Алло? Алло, Найка, короче, твоя метка это просто жесть. В каком смысле? Мне папа скинул всю информацию по ней. Это метка ангела. Если бы у нас в городе была девушка с такой меткой, ее бы разорвали демоны. А вообще, где ты нашла этот рисунок и зачем тебе эта информация? Мам, ты дома? Да что? Да неужели? Может, протрешь мне ботинки? Стой, не надо! Родная, ты звала меня? Да, мам, я очень люблю тебя, хоть ты мне и не родная, но я ничего не могу от тебя скрывать. Что случилось? Ты пугаешь меня. В общем, когда я была ребенком, Люцифер поставил мне на плечо метку отродья. Со мной тогда, помню, никто не общался. Но потом у меня появилась другая метка, и я не знаю, связана ли она как-то с этой. О, господи, Ная! Ты знаешь, что это? Конечно, я знал, но не думала, что силы ангела проявятся в тебе. Что? Получается, твоя мать всегда знала, что ты ребенок ангелов? Да, знала. Ё-моё, и что теперь делать? Она сказала никому не рассказывать о этой метке, сидеть дома, напоила Люцифера каким-то эликсиром, и, кажется, его мозги вернулись на место. А какие у вас отношения с Люцифером теперь? Да никакие, он избегает меня и уже двое суток не ночует дома. Кошмар, тебе нельзя оставаться в нашем мире, Най, это опасно. Мама сказала, что у нее есть какое-то решение. Моя, Ная, моя. Да с какого это хрена? Она моя. Боже, они что, дерутся из-за этой уродки? Походу. А где Люцифер? Почему он не ходит на занятия? Без понятия, Амалия не ходит вместе с ним. Тогда все понятно. Родная, я люблю тебя всем сердцем, но у тебя есть только два выхода. Подтвердить, что ты ангел, и я переброшу тебя в твой мир. Или стать настоящим демоном и остаться с нами. Я оставлю тебя одну, чтобы ты подумала, какой выбор тебе сделать. Хорошо, мам, мне правда нужно подумать. Главное, помни, что я люблю тебя и приму любой твой выбор. Я все же хочу вернуться в свой мир. Что? Мне нужно сделать выбор. Ты серьезно или до сих пор не в себе? Отродью нужно вернуться домой.